что, дадут проехать, не? Мне вообще как бы снайпера надо выиграть. Выбираюсь. На позиции. Вижу противника. Вижу цель. Будем в перезарядку. Идем. На центр надо ехать. Долго. 195-й здесь стоит где-то. Офигенно, монитор потух. Высаживаюсь. Заняла позицию. Беру на прицел. Вижу противника. Вижу цель. Дым пошел. Попали. В нас попали. Вот и все. Вижу цель. Противника. Вижу цель. Дым пошел. Уничтожен. Вижу противника. Снаряд. Вижу цель. Дым пошел. Вижу цель. Готово. Вижу противника. Вижу цель. Цель ушла. Контакт.
беру на прицел. Дым пошел. Да, ну и союзнички. Блин, у них везде, короче, эти, скажи. Минометы, гранатометы, короче, везде просто стоят. А я, наверное, не успею убежать. Так, пацаны. Ой, херово дело. Готово. Двигатель завелся. Гусеница натянута, можем ехать. Дымов нету, короче, ничего нет. Я пипец от вилки, короче, зря получил. Так, время есть. Корнет-шот на МГМ фуловый. МГМ-ка быстро ездит. Да, вот эти, конечно, две плюшки, это были, короче, вообще крайние для меня.
Вопрос, пересвечу ли я МГМ? Ты пошел ты нахрен. Меня тупо чекает. У меня просто не было дымов. Я просто не мог. У меня просто не было дымов. Я первый выстрел заруинил в него. Я не знаю, куда я попал, куда у меня серверный этот прицел смотрел. Я просто в него не попал. Меня убил миномет. Ой, просто все шансы 1 в 3 выиграть, просто все шансы, нету дымов, просто, сука, нету дымов, чтобы закончить игру, у меня просто нету дымов. Он меня чекает, и я прокатился, и он меня зачекал, что я проехал, уже за бугром. Блять, ну что не так?